Встреча в стенах администрации округа – событие регулярное и, можно сказать, традиционное. Садоводческие товарищества – это не только выращивание овощей и фруктов, но и большой комплекс юридических вопросов, на которые надо находить ответы. Встречу проводил заместитель главы Александр Тесля. Вопросы в основном адресовывались замминистру имущественных отношений области Юрию Лаврякову. Первая тема – слишком высокая кадастровая оценка земель общего пользования в товариществах. Дорого платить налог. Представитель Минимущества подсказал, что делать. Нет проблем никаких. Обращайтесь в Минимущество прямо на почту министра, и все равно к нам попадет. Мы конкретно пишете номер, такой-то кадастровый номер, обращение, там есть любая форма обращения, только указывайте кадастровый номер земельного участка и вашу обратную связь, с кем общаться. Мы эту штуку поправим или дадим вам рекомендации, как это сделать. Возник вопрос с присвоением адресов строениям в товариществах. Задача важная, от этого зависит, например, получение скидок от поставщиков электричества и газа. Замминистр сразу подсказал, что эта услуга муниципальная и бесплатная. Вы можете, бесплатная, кстати, можете обратиться на портал муниципальный, ну, через портал госуслуг на муниципальную услугу с просьбой уточнить адрес, местоположение. Там выпускается распоряжение главы, и он уточняется. Как? Надо посмотреть. Также были озвучены вопросы безопасности и противопожарной, и дорожного движения. Руководителям садоводческих товариществ отдельно напомнили о соблюдении миграционного законодательства. Тимур Гайсин, телекомпания «Одинцова».